Изобретение – это когда что-то было старое, а изобретает новое. Человек делает что-то, изобретает что-то новое. Изобретение – это когда что-то изобретают, похоже на роботов. Вещь, которую делают люди или любые другие транспорты. Резиновые лодки, заводные игрушки. Изобретение – это как рыбу кочешь. Утка тоже на концерте, и они думают. У детей тоже бывают изобретания, только из конструктора. Я бы хотела придумать, как можно построить дом. Детские изобретения – это, которые они могут сделать своими руками. Я еще, к сожалению, ничего не изобрела. Мои изобретения – это пластилинные поделки. Я маленький слабый тати.